Вот бы познакомиться с вами поближе. Если вы, конечно, не против, хотя, наверное, желающих и так нет отбоя. Придется встать в очередь, вдруг повезет. Вот это сообщение, ёшкин кот. Акула ответила, моему удивлению нет предела. А что с ним не так, как успехи в поисках здесь? Круто, что здесь такие мужчины есть. Спасибо за комплимент. Ну а чего бы вам хотелось от поиска в идеале? Надо пообщаться вначале. Стоит признаться, я женат, но у нас все сложно. Вот и ищу отдушину на стороне для отношений. Мне самому хочешь довериться кому-то, просыпаться и бежать сразу сюда в надежде на непрочитанное СМС. Поддержит друг друга, даже если брать во внимание тот же секс. То хочется поваляться после этого, поговорить обо всем и не о чем подурачиться. Приятно удивлять друг друга, например, прислав фото со словами: я тебя люблю, или хочу, или жду. Ну и многое другое, но уже слабо верю в свою затею. Возможно, с компонентом вы поторопились. Почему же с женой вы в экстазе не слились? Так иногда бывает, что по логике у вас хромает. В чем же она хромает? Жена вот ласки недополучает. Все как-то однобоко, только дамы привыкли получать, но не давать надоело. Ах, вот в чем дело. И я думаю, так у большинства. Мужчина должен добиваться, ухаживать, быть ответственным и так далее по списку. А дамы ничего не должны. Бедные мужчины никому не нужны. Да ладно, чему это ирония? Наверное, друг друга мы не поняли. Бывает, но обманывать никого не хочу. Такие тайны лучше доверять врачу. Окей, пардон за потраченное время. Ох, мужчины, странное вы племя. Это да. Это да. Надо пообщаться вначале. Стоит признаться, я женат, но у нас все сложно. Вот ищу отдушину на стороне для отношений. Мне самому хочешь довериться кому-то, просыпаться и бежать сразу сюда в надежде на непрочитанное СМС. Поддержим друг друга, даже если брать во внимание тот же секс. То хочется поваляться после этого, поговорить обо всем и ни о чем подурачиться. Приятно удивлять друг друга, например, прислав фото со словами: я тебя люблю, или хочу, или жду. Но и многое другое. Но уже слабо верю в свою затею. Возможно, с компонентом вы поторопились. Почему же с женой вы в экстазе не слились? Так иногда бывает. Что-то логика у вас хромает. В чем же она хромает? Жена вот ласки недополучает. Все как-то однобоко, только дамы привыкли получать. Но не давать надоело, ах, вот в чем дело. И я думаю, так у большинства. Мужчина должен добиваться, ухаживать, быть ответственным и так далее по списку. А дамы ничего не должны. Бедные мужчины никому не нужны. Да ладно, чему это ирония? Наверное, друг друга мы не поняли. Бывает, но обманывать никого не хочу. Такие тайны лучше доверять врачу. Окей, пардон за потраченное время. Ох, мужчины, странное вы племя. Это да.